Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Отношения двух турецких актеров Бурака Ащивита и Фахрие Евджен стали одной из самых обсуждаемых пар в Турции. Однако объявление пары о том, что они ждут второго ребенка, недавно вызвало вопросы об их отношениях. Теперь многие задаются вопросом, изменял ли Бурак Ащивит Фахрие Евджен. Пара познакомилась на съемках «Чилакушу» в 2014 году. В 2016 году они обручились, а в 2017 году поженились. Их брак произвел большой фурор в Турции, и их отношения рассматривались как пример настоящей любви. Ходили слухи, что Бурак Ащивит предал Фахрие Евджен, но ни один из них не подтвердил эти слухи. Однако некоторые из близких друзей пары рассказали, что Бурак Ащивит проводил много времени с другой женщиной, которую считают своей бывшей партнершей по фильму. Источники, близкие к паре, сообщили, что Фахрие Евджен узнала об измене своего мужа и что это было слишком тяжело для нее. Пара была вместе около 7 лет и казалась очень счастливой. Вот почему для фанатов было большим шоком услышать новости об изменах. Невозможно точно узнать, изменял ли Бурак Ащивит Фахрие Евджен, но слухи об измене до сих пор ходят. Только Бурак Ащивит и Фахрие Евджен знают правду об их отношениях, и вряд ли кто-то из них подтвердит или опровергнет слухи. До тех пор все, что мы можем делать, это строить догадки и надеяться, что пара сможет обрести счастье и мир в будущем. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Будьте осторожны. До свидания.